Земля от цвета. Ну вот, мои друзья по всей России, плюс Украина, плюс Белоруссия, плюс Казахстан, плюс Прибалтика, плюс Евросоюз, где у меня тоже есть друзья, плюс Монголия. Я всем вам представляю фирму Бекер. Эта фирма однажды имела, наверное, несчастье взять и... Так, лиц не показываю. Эта фирма и мне прислать рекламу. Рекламу своей продукции. Когда я ее открыл, это я говорю моим друзьям. Я случайно встретил их на почте. Мне бросилось в глаза название фирма Бекер. Что я о ней узнал из этой рекламы? Итак, колоновидные яблони, колоновидные груши, колоновидные сливы, колоновидные абрикосы. Правда, колоновидных персиков не было, но это я говорю вам, друзьям, почему я отнимаю ваше время. Вот, сейчас поймете. Вы, наверное, мерзнете, сегодня минус. Вот. А, мороженое идите, ну, при минусовой температуре. Ну хорошо, так. Я еще одну минутку надо рассказать. Когда я открыл, там было написано как? Абрикос минус 42 выдерживает. Ну, мои тоже выдерживают минус 42. Но колоновидный, чего не может быть никогда. Это исключено, только здесь улицам холодно, не знаю, как вы мороженое едите, но холодно, и эту пока тему пропускаю. Но там были не фотографии, там были рисунки, а нарисовали они персик. И листья персика, и плоды персика, крупные, отборные. Ну, ясно, что их там, что листьев не видно, столько персиков. Все это есть. Естественно, я выразил свое недоумение, как так. Ошибка исключена. Люди видят красивейший персик, должны заказать. Они видят груши, облепленные грушами, яблони. И теперь я еще про вас ничего не знаю. Я вот увидел, извините, я вас тормознул, когда увидел, вынесли эту посылку. Сейчас просьба показать вот эту бумажку, которая была внутри. Что я там хотела выписать? Да что вы выписали? Я выписала, чтобы выращивание в доме. Тогда громче. Я выписала, чтобы выращивание в доме. То есть это не уличные растения. Не уличные, да. И такие длинные. А все равно давайте взглянем. Ну да, то есть там... Вот. Если это не колоновидки, то я просто извинюсь, что у вас время отнял. Можно я возьму? Они все будут в этом... Можно возьму в руки? Да, сейчас, минуточку, я... Вот. Если не колоновидки, все, я это все стираю и извиняюсь перед вами. Там ладно? Есть колоновидки, но так. Оно у меня будет расти в доме. То есть я в оранжерее. Кустарник, саженцы, мини-персик. О, да. Это я хочу выращивать в зимнем саду. В зимнем саду, что у вас будет персик, да? Ну, так, остается пустяк. Если там был нарисован персик, а назвали абрикосом, то вы мне позволите вот сейчас в этой посылке найти его? Я не могу вообще гарантировать, что там вырастет. Нет. Дело не в этом. Раз здесь написано, смотрите, здесь я встречаю черешню, колоновидную, как колоновидный персик. Да, это все патио выращивание. Персик медовый, черешники. Ага. Ну, естественно, расколено, намного растений не будет. Итак, еще раз, все видели. Здесь все-таки колонна. Значит, не зря я вас тормознул. Мы сейчас будем проверять, так ли это. Ну, посмотрим, Знаю, так, еще раз. Кустарники нас не интересуют, луковицы не интересуют. Здесь есть что? Инжир не интересует. Ну, это все вот выращиваем. Остается, значит, ищем персик медовый. Мини-персик ханей, пусть он не колоновидный, но медовый написано колоновидный, черешня киви мэри, тоже колоновидная. Все, теперь просьба открыть это чудо, вот, 21 века, потому что, знаете, когда я увидел их не фотографии, а рисунки, я сказал, если это правда, то весь Нобелевский комитет должен не стоять на коленях и просить подать заявку на Нобелевскую премию. Вот, если все, что они нарисовали, правда. Вообще, вот мне просто любопытно, интересно, хочется этим заняться. Я так. Поэтому так вот. Вот жалко, что уже темнеет. А у вас нет света в машине? Давайте добавим свет. Так, ваши лица не хотели, я не показываю. А еще в салоне, если включить. Вот. Ну вот, собственно. Ну, еще, все это надо еще отрывать. Отрезайте. Что мы не достанем. Дело в том, что уж кто, как не я, отличу колонны от просто саженцев. Так,
вот те длинные, наверное, и будут. Так, все, ничего не мешает достать. Даже можно вот эту вот все не распаковывать. А, то есть просто вот себя целиком достать. А, ну, а, да, это надо разрезать. Вот. И еще вот эту разрежьте. Вот эту еще. Да. Ага. Ну вот теперь смотрим. Так, ну смотрим это. Так, это нас не волнует. Вот кустарник это не наш. Давайте смотреть. Сейчас я ее буду разглядывать. Так, это правда черешня. Так, теперь смотрите. Вот здесь вот расколона. Само сразу от корней должны расти почки, причем не простые почки, а они же обещают скороплодность. А, ну, то есть хотя бы почки, вот, смотрите сюда, незамазанная рана, это плевать. Вот, дело в том, что уже вот этот участок плодоносить никогда не будет. Почки покажите мне, правильно, нету. Ладно, смотрим здесь. Я имею в виду почки, как у черешни, очень крупные почки. Вот, возможно, это гибрид вишни, черешни. Вот это все они зачем-то поотрезали, покалечили. И вот теперь это один год, вот это второй год, и вот отсюда пошел у них... Нет, нет. А, да, вот отсюда у них пошел третий год. Угу. Вот, почки очень мелкие, мельчайшие. Вот, это раз. Так, теперь еще гнутся. Так, вот, теперь никакой колонны здесь не будет. Плодоношение будет вот на этих боковых веточках. Вот это все уже, считайте, почек нет, и никогда они тут не возродятся. Можно смело на улице садить все. Просто садить на улице? Но они обещают 42, у них на каждом сайте написано 42, минус, не знаю, мы в рекламе. Мы берем черешни именно. Да. Вот. И вот на третий год, ну, таскаем по участку, так, чтобы маленечко закрыть как бы от ветров и так далее. Ну-ну-ну. Вот. И вот на третий год более-менее как бы пошла все-таки одна. Ну, все-таки одна. Ну, черемушкинская. Черемушка тепло, аномальное. Да-да-да. Ну, он и нам не гарантировал. Вот. У меня, говорит, вот дома нарастут черешни. В общем, мои. Я вам сразу скажу, вот это вот колонны никогда не будет. Это будет обыкновенная черешня или это вишня, почки даже мельче вишни, это, ну, для меня, вот мне так скажи, вот сходу, не говори, что это черешня, дикая вишня, но я ничего не утверждаю, допустим, они добились каких-то успехов, да, и у них черешня с мельчайшими почками, а вдруг, но тогда это будет обыкновенное дерево раскидистое, вот, естественно, если это черешня, 100% замерзнет. И заметьте, я вам говорю, друзьям, не 90%, возможно, а снизу, смотря что пойдет, да, что, да, на что привито. Вы не спрашивали, на что привито? Там в документах вряд ли это есть. Там корни собственные вот эти. А это еще корни собственные? Да, ну, да, колоновидка корни собственные. Ну, ну все, да? Дальше комментарий нет, есть мат. Зажимайте уши. Следующее. Такое. Так, жаль, я ваши лица не могу показать, вы отказались. Да, так, называется это мини-персик, да? Во-первых, я вас поздравляю, это правда персик. Вот видите, вот уже. Он закрытой корневой системой, тут они молодцы, что это сделали. Теперь так, это дерево, так, на нем не было написано, это колонна. Ну, как, сейчас, конечно, трудно судить. Вот, благодаря вот этому горшку, возможно, это и будет, выживет. Но вы сказали дома? Ну, тогда и нечего про него говорить. Теперь меня интересует персик, который все-таки колоновидный. Вот где этот? Он? Вот это. Смотрим на него. Персик колоновидный. У меня это, руки замерзли, трясутся, а люди подумают. Так. Ну, так, не жарко, да, на улице. Сейчас. Любопытство. Иногда хочется. Конечно, любопытство. Посмотрите, сколько веток отрезано, и все это уже высохло. Ну, почему-то да. Почему-то да. Смотрите, я все по порядку. Значит, колоновидностью не пахнет, 100%. Почему? Расстояние между почками обычное. Раз. Во-вторых, здесь от персика нет ни 1%. Перед нами слива. Так? Вот. Или гибрид. Ну, и попадается гибрид сливы с этим, с абрикосом. Вот. Так, теперь смотрим. Это выполнено что? Вот здесь вот. Как вам сказать? Вот эта часть? Вот эта часть. Это, скорее всего, нет, тут трудно понять, сеянец или это все-таки укорененный кусок ветки. Но прививка почкой, вот эта рана, они небрежны настолько, что вот эту рану они оставляют, когда пень, отсюда начинается гниение. Вот. И
здесь стопроцентный обман. Саженец изувечен до предела. Изувечен так, что у меня слов-то нет. Почек ни одной живой нет. Я показываю не вам, а показываю всем. Вот здесь почему-то я отошел, здесь еще что-то. Вот у меня левая рука трясется. Старею, что ли? Подержите. Вот. Показываю весь подробно всем. Итак, вот эта вот рана, которая умертвит его. Вот это вот. Почему при капочке? В молодости раньше надо было срезать вот так, хотя от этого рана стало бы еще больше. Но пенек всегда начинает гнить. Он мертв, уже мертв. Вот, дальше пошли. Смотрите все. Просто механические раны. Так. И специально они что делают? Они отрезают все ветки. Вот они отрезаны, отрезаны. Вот они, кстати, мне всегда удивляло, это же не первый посыл, который я проверяю. Они и других фирм, они ленятся замазать их. И вот перед вами что? Вот, смотрите сюда. Вот вам показываю, всем показываю. Видите, вот эту веточку сохранившуюся? Это слива. Вот, стопроцентная слива. То есть персиком нет. Если слива, она может выжить. Вот. Она может выжить даже. И, ну что, будете вы с ней требовать возврата деньги или что, это уже дело ваше. Вот. Это не персик. И причем я не сомневался в этом. Во-первых, почему еще? Потому что там, где у них нарисован колоновидный персик в их рекламе, подчеркиваю, нарисован, как все остальное, вот, написано абрикос минус 42. Вот. Ну и все, пожалуй. Еще раз. Остальное больше внимания никакого нету, наверное. Ну, там вот, остальное кусты, все домашнее, да? Да, кусты домашние. Вот. Ну что, я прошу вас извинения, но понимаете, когда люди увидят эту халтуру, вот, все-таки мои ожидания сбылись. То есть они еще и не качественный материал поставляют, пересортится, даже не пересортится, а просто мошенничество. Вот. Значит, я ничего колоновидного не увидел в помине. Вот это персик еще могли бы выдать, но они как раз его назвали домашним. Вот, для домашнего ухода. А то слива в одном случае. Так. И, ну, как бы сказать. Я вот когда буду делать фильм на основании вот вашего этого, я вас очень благодарю. Я, значит, вот сейчас поеду в деревню, и я на этих самых. У меня есть и зеленые, еще там листья, может быть, сохранились на черешнях. И там, где уже лист упал, надо сегодня 10, да? Ну да. 10 октября. Где лист упал, покажу, какие почки у черешни. Причем меньше почек по размеру не может быть. А здесь мы их даже разглядеть не могли. Ну, вот. Да, мне вот эти прогонистые как тоже кажутся не очень. Ну, а дальше что? Будем живы. А, и еще. Ой-ой-ой-ой-ой, самое главное. Теперь скажешь, что из этого делать? Смотрите, в таком виде он не выживет никогда, он просто умрет. Ваша задача, вот. Вот видите, вот здесь вот что-то похожее на почку. В этом месте полностью отрезайте все, в надежде, что здесь что-то проснется. Если это корни еще живы, если эта часть жива, вот, он почему-то без листья в это время, странно. Дело в том, что в Смоленске еще осень. Должны быть, да. И вот, у меня еще не все лист бросило. Вот, вот здесь вот отрезайте под, примерно под почку, которая может быть хоть похожа на почку, да? Ну, вот, и вот, вот эта часть, как... возможно, станет будущим деревом. Вот. А что там за слива вырастет? А потому что то вот есть... от этого оно только высохнет. То есть не слива, а это? А? Это все равно... А нет, дело еще в чем. Вот эта часть у нас малоснежья. Она все-таки под снегом спрячется. А в дальнейшем будет как? У нас бывает как, значит, пошли ветки, пошли в разные стороны, вот так вот, почти горизонтально, да? И вы будете каждый год под снег прятать. Поверьте, черешня со Смоленска – стопроцентная смерть. Не то, что один из ста. Допустим, вы выиграли лотерейный билет, а все 100. Вот. Вот так надо обрезать, иначе выхода нет. В общем, никакие это не колонны. Вот. Вот так. И еще, что интересно, они увидят тоже этот фильм, что им это, пусть покажут маточный сад.